Здрасте. Здрасте, здрасте. Доброе утро, мои дорогие, доброе утро. В общем, сегодня у меня как никогда хорошее настроение. Учитывая то, что я даже практически не спала ночь. Практически не спала. Вот вы представляете, я все равно настроение прекрасное. Ну, то есть, конечно, я хотела спать. Я уже даже вчера выкупалась и легла спать. Но воля счастливого случая. Я не спала до 5 часов утра. Хотели мы ехать вчера на день города в Екатеринбург. Никто никуда не поехал. То есть здравый смысл возобладал. Вообще, если честно, там Эльвинка с Олегом, они хотели ехать с ночевой. Они прям говорили, они уже нашли даже жилье. Я говорю, ну нет, я не могу. Зачем я буду таскаться по каким-то съемным хатам? Ну что за ерунда? Я говорю, давайте вернемся назад. Короче, нет. Их это дело не впечатлило, и никто никуда не поехал. Зато. Эльвинка ходила с Олегом в этот, в седьмое небо веселились. Меня звали, я не пошла. Я подумала, что я выжата, как лимон после длинного дня вчерашнего. А потом бессонная ночь. Хочу, попью кофе, хочу пойти гулять в лес. Не могу. Лес чувствую. Как вот я как чувствую, что море за мной скучает, так я чувствую, что лес за мной скучает. Это вот что такое? Мне бы вот надо по-хорошему-то сделать салатик. Салатик, чтобы израсходовать вот эти вот все огурцы, которые я уже заботливо помыла. И пойду в лес, и я бы за одним выбросила мусор. Кофе варится. Фух. Я даже думаю, молочка нет. А, кстати, перестановка в моем доме. Думайте, кто смог переставить все? Я. Смотрите. Только что мыла пол. Цветы поставила вот сюда. Потом. Стол выдвинула сюда. Кресло поставила наискосок. Блядь, там мой лифчик лежит. Здесь поставила торшер. В общем, это выглядит вот так вот. Ну чё? Нормалёк, да? О! И подушки, там все перемыло, подушки бросила сюда, диванные. Я помню, что вот здесь какое-то время назад лежала большая мягкая игрушка, тигр. Я его Арсюше отдала. А подушки, которые мне нужно перетянуть, которые я все еще не могу время найти, пока сюда заложила. И тем более здесь стало удобнее сидеть. Короче, одни плюсы. Пол на балконе помыла, тут почистила, сантехнику почистила, полы помыла, себя помыла. Это башка, потому что она мокрая. Так. А, ну вот еще. Сейчас мигрень пепельницу на балкон внесу. Волосы хочу пойти подстричь. Ну как подстричь? Просто подровнять. Подстричь-то я хер подстригу. Чё, нет, конечно. Господи, под вчерашним видео, когда я пришла с похорон, столько комментариев. Ну, адекватные люди все прекрасно понимают и понимают, что у меня злого посыла не было. А люди, которые... Ой, это личная жизнь каждого, зачем ты оглашаешь? В смысле, блядь, это личная жизнь каждого? Я не говорю о том, что это не личная жизнь каждого. Я говорю о том, что в своих видео я высказываю только лишь свое отношение к данной ситуации. А вот это вот я могу говорить хоть сколько. Я никого не оскорбляла. Ну, короче, видео я удалила. У меня, понимаете, у меня
Я не удалила его, я ограничила доступ. Хера 2 я бы ограничила доступ, если бы оно у меня монетизировалось. Оно у меня не монетизировалось. Я закрыла доступ только лишь по одной причине, потому что оно не монетизируется. Вот и все. Так. Так, так, так. Я хочу сказать, что вы, пожалуйста, люди, если ваше имя, я всегда говорю про знакомых, звучит в моих видео, смотрите в первую очередь на себя. То есть все то, что я сказала в видео, я без стеснения повторю вам это в лицо. Вообще, вот нечего делать. И вы об этом знаете, что я вам этом скажу. Ну, так как ко мне Танька обратилась, чтобы я удалила это видео, я удалила. Не удалила, ограничила доступ. Нифига себе меня люди потеряли, представляете? Прямо говорят, Инна, ты где? Где видео? Прям пишут, знаете, прям пишут в сообщениях, в комментариях. Типа, ты куда пропала? Ха! Куда пропала? Инна. Смотрите, что я сделала. Вот это вот, что я такое сделала? Вот просто. Вот я стою рядом. Вот, ну не тупая ли? Я стою рядом. И что вы думаете? А, так, мне надо рыбу достать. Так, учитывая то, что, скорее всего, ужинать я буду одна, нам надо достать одну рыбку. И приготовить ее себе. Это будет дорада. Рыбка. Дорада. Потому что у всех свои дела. Нет времени людям до меня. И у меня тоже, в принципе, есть свои дела. Столько книг нечитанных. Я хочу все же начать читать Шантарам. Очень хочу. Приготовлю ужин. Ой, ё-моё. Это знаете, что упало, брякнуло? Разнос. У меня же так куркуля. Всякие эти разносики. Так, сейчас буду салат делать. Салат уже буду складывать. Ну, я вот зачем я наделала, знаете, сама себе делов, стою рядом и... Кофе убежала. Почему я не могу смотреть не на огурец, а хотя бы одним боком на кофе? Сейчас еще буду плиту мыть. Но вот этого гнезда еще не хватало. Кто так умеет резать одновременно две кучки? Я так умею резать. У нас сегодня опять тепло. Я надеюсь, что это не последние выходные. Надеюсь, что это не последние выходные. Ла-ла-ла-ла. Теплые, имеется в виду теплые. Хотя, я склонна думать, что мы живем на Урале, и это лето-то у нас к концу близится. Так, это, блядь, нарошношный огурчик. Так, вот это вот. Срежем максимально все. У меня Ириша как сегодня работает? Самый верный друг, который живет у меня недалеко от моего этого, которому не надо ехать никуда, чтобы прийти ко мне в гости, а просто прогуляться через лес. Я бы, конечно, пошла бы гулять в лес. Лучше с Иришей. Лучше с Иришей. Посмотрите, да, какие огурчики дряблые. Не хватает влаги. Не хватает влаги. Я такие, конечно, железо не собираюсь.
Сейчас. Кстати, намазала лицо кремом. И что я хочу сказать? Так, это вода, да? Это вода. Ну, испортила кофе. Жизнь, блядь, себе испортила. Кто что делал вчера? Все же не спать ночами, это тяжело. Это очень тяжело. И вот сейчас я уже в своем возрасте, так скажем, я это понимаю все больше и больше. И на как сказать, и на лице. Вот смотрите, человек не спал всю ночь. Ну это, блядь, у меня лицо мокрое, потому что я намазала кремом. Потому что я намазала кремом, еще та влага не высохла. И я стою возле плиты. Дома не жарко. Так, я пошла, короче, оденусь. Ну, пойду какую-нибудь платьёшку найду. Домашнее. Переоделась, не переоделась, сама не поняла. Надо делать салат. Какой это нахуй салат? Я кофе еще не выпила даже. Фу. Чувствую, моя прогулочка, это, как сказать, в лес накрылась медным тазом. Какой-то дождик собирается. Такой вот, знаете, такая погода. Это с утра сегодня я все дела провернула. Блин, ну небо вообще, конечно. Вот еще буквально час назад небо было лучше. Время нет и 11 часов утра. Посмотрите, какое небо. Так, ладно. Не очень, да, небо? Там мой утренний кофе, я пью его с вами. Ну да, я его испортила. Я его реально испортила. То, что она убежала. Нельзя кофе доводить до этого. Да как я так стою, балда, вот рядышком стою и ничего это... Ничего не вижу. О чем думаю? Ебанашка, блядь. Все, дождь. Я слышу морозец. Представляете, вот здесь вот, особенно в углах, вот здесь вот на белых вот этих вот подоконниках столько комаров дохлых. Большие комары, маленькие мухи. Они все подохшие. Ну вот это вот, смотрите. Вот это вот я же шкуру трясла. Вот это вот волосина. От шкуры я вот ее всегда трясу. И эта шерсть разлетается. Ай, дождь. Дождь. Еще и ветер. Ну какая прохлада. И как заебись то, что я уже помыла пол. Я думаю про себя. Так, что мне не сделать? Как мне себя маленечко освободить? Допустим, не почистить сантехнику. Нет, нельзя. Выливала же ведра. Это как сказать. Ну пол-то мыла. Все грязное. Такой прям на унитазе прям грязный ободок. Пиздец, просто грязи дома немерено. Откуда она берется? Я здесь одна. По большей части я здесь вошкаюсь одна. Ну, ко мне максимум 2 или 3 раза в неделю кто-то заходит. Как правило, это один человек. А, ну нет. На этой неделе Женя была с Ладой. Мишка был. Лехи не было. Тонька мне еще заезжал. Ну, вот, конечно, соседка заходила с первого этажа. Фу.
Я на телефон скачала пульт от телевизора. У меня вчера завоебывался телевизор, особенно этот маленький пульт, как от смарт-телевидения, от интернета. Основной пульт нормально. Маленький завоебывался. Я скачала его на телефон, и так удобно. Вообще просто великолепно. А этот пульт основной как сделался нормально. Утром работает. Как так вчера вечером не работал? Утром работает. Ну как так? Фух. Я скрабом сделала лицо. Чище вообще, да ни сока не стало. Посмотрите. Эта голова не грязная, она просто мокрая. Она просто сырая. Думаю, сделать масочку из хны. Ну, та, которая бесцветная. Думаю, сделать масочку из хны туда-сюда. И. Я говорила, да, что сейчас начну шантарам читать? Не могу. Сейчас Геббельс не заходит. Просто вот, ну, видимо, не мой. Не мой автор. Еще вот такие вот, знаете, хотя я и не сомневаюсь в этом, что тем не менее Черчилль не был сильно удручен смертью Чемберлена. Японцы сейчас наводят порядок во французском Индокитае. Они сместили французского военного коменданта и взяли дела в свои руки. Из американских источников мы узнаем, что Рузвельт намерен включить в список военных преступников и японского императора. Это очень хорошо. Императора в Японии почитают как бога. Если его включат в список военных преступников, то даже японские политики, жаждущие компромисса, не решат на прекращение войны с США. В Англии проявляется повышенный интерес к развитию событий в Румынии. Радеско все еще находится в английском посольстве, и его не возвращают советом. Английские газеты осуждают правительство за его политику молчания. Политика-то она политика, но не так, что ли, подается. Политика вообще, как явление, мне интересно, конечно. Но то ли это не так поддается, то ли вот, не знаю, мне сложно читать. И маленько меня этот сюжет увлекал, но лишь вот, знаете, вот, там, знаете, вот на 10 минут. Какое замечательное утро. Всем утром, утром. Как классно, что время так... Блин, я просто думала, что меня сегодня срубит. Срубит рано, имеется в виду, рано вечером. Ну, потому что не спать две ночи я не могу. Сегодняшняя ночь практически не спала. Было бы, конечно, пойти хорошо погулять в лес. И было бы, конечно, хорошо пойти погулять в лес в компании. Но никто что-то не откликнулся на мою просьбу. Ириша позвонила. Ириша трубку не берет, наверное, опять на работе. Оставляет телефон в раздевалке. В торговый зал не берет. Потом перезвонит, когда уже все прошло, все пройдено. К жопе прилипло. Ну что, клёвенько, да, я сделала вот это вот. Да, конечно, клёвенько. Очень даже. Посмотрите, как чудесно. Еще чуть-чуть, и вот эти я выброшу. Так, ну-ка. Например, я буду сидеть и читать книгу. Вот на этом кресле. Под этим торшером. То ли дело. Глядите. Ну, вот так вот его опущу. Так вот. Ла-ла-ла-ла-ла. Читаю книгу. Смотрю в книгу, вижу фигу. Время 11 часов утра. А так темно, так пасмурно, как будто бы вечер. Надо бы телек включить. Надо бы включить телек. Какое-то, блядь, не платье, а какое-то, блядь, недоразумение. В плане того, что
Оно прилипает. Вот телевизор я не протерла. Она прибиральщица. Вот эту хуйню протерла. Вот эту вот хуйню тоже протерла. Смарт обновляется. Что вы говорите? Да твою же мать. Он сегодня уже 5-й раз обновляется. То есть, в принципе, я уже включала телевизор, и он уже обновлялся. Что-то такое, инициализация идет. Сбербанк расходует заряд батареи. А приложение? Сбербанк остановить, удалить. Представляете, прям идет инициализация. Это что там? Хакерские атаки. Ну-ка, сейчас зайдем в приложение Сбер. Сейчас мы. Так. А, из цветочков у меня осталась одна розочка, я все остальное выкинула. Но розочка еще такая бодрячком. Розочка бодрячком, красивая-красивая. Красивая-красивая, очень-очень. Ощущение, что у меня волос на спине. С моей же башки. Блять, что за хуйня какая-то? Нет подключения к сети. Состояние сети. Кабель. У меня телевизор через кабель подключен вот к этой бодяге. Вот к этой вот. Проверка сетевого соединения. Да ё-моё! Побыстрее. О, не удалось установить проводное соединение. А почему? Что у меня с интернетом? Блядь, как мне все заебало уже, а? Сейчас я, блядь, вам в планету позвоню. Представляю... А, знаете что? Как будто бы от телевизора не идет. Видите крестик-то? Это тут я, наверное, когда двигала, видите крестик-то здесь. Когда двигала, тут, наверное, что-то отсоединило. Блядь. Это, наверное, я виновата, а не планета. Ну. Вот эта хуйня у меня падала, если честно, я помню. Было бы вообще смешно. Пришел бы мастер, сказал бы... Ты разберись, блядь, со своими проводами. Это вообще был бы капец. Ну-ка, сейчас сделаю. Сейчас сделается по-любому. А может быть, и нет. Сейчас уже здесь нет сетевого соединения. Отсюда ушло, сюда уже ушло. Так, я же сейчас, блядь, все равно починю. Я же еще тут. Так. Так. Причем здесь розетка, да? Розетка же здесь ни при чем? Ни при чем. Так, локальная сеть отсутствует. Так, где пульт? Где пульт? Я, может быть, хотела песни петь. Хотела включить музыкальную программу какую-нибудь. Так, локальная сеть подключена, но доступ в интернет отсутствует. Проверьте настройки. DNS в настройках IP-адреса или обратитесь к поставщику услуг интернета для доступа в интернет. Так, настройки IP получать автоматически. Так, ок. Надо как-то маленечко шевельнуть, я как-то вот сделать что-то вот. Блять. Похоже, дело все, да? Хана. Интернета у меня не будет. И видео-то я не загружу. Хотя, ну-ка, подождите. Как не будет? У меня Wi-Fi ловит великолепно. А как так? На телефоне есть интернет через Wi-Fi, а тут нет. Ну-ка, сейчас я позвоню оператору. Сейчас я вернусь к видео. Так, похоже, дело мне с интернетом вообще не сладить. Вы представляете? Я вообще в шоке просто.
На телефоне интернет есть, на телеке нет. Это что такое вообще? С чем это связано? Что за блядское это? Я вообще... Как так можно сломаться интернету? Как так можно? Интернет прекрасно ловит через Wi-Fi с телефона. С телевизором, блядь, что? Утром я его смотрела, когда проснулась. Загрузка портала. Я утром смотрела и телевизор обыкновенный, и YouTube смотрела. Я вообще в шоке просто. Ну вот, понимаете? Если бы не было интернета, у меня бы не работало вообще ничего. Жизнь других, например, на Первом канале. Телек же работает? Ну вот, слава богу, мой телек работает. Я сейчас, блядь, еще разберусь с этой ебаной планетой. Сейчас. А я записываю? Съездим куда-нибудь отдохнуть, а? Столько всяких классных мест, в которых я еще не была. Кофе свой допила. Иринка так и не перезвонила. У меня последнее время опять начал выделываться интернет. То есть мастер мне уже, роутер мне уже заменяли несколько раз. Иногда, когда захожу, вот именно в телевизоре, пишет, что сетевой кабель не подключен, хотя у меня подключен. Сначала у меня был телевизор через Wi-Fi, потом специалист этого интернет-провайдера, когда приходил, говорит, что устойчивый сигнал получается через этот... Через кабель. Тем более он у вас есть, подключите. Типа у вас все в порядке будет. Я такая, ну ладно, давайте, подключайте. Сейчас вот уже кабель не видит. Дождь успокаивается. Успокаивается такое, как бы сказать, я все равно сейчас пойду гулять в лес. Я не могу. Во-первых, мне нужно попутно вынести мусор, купить кое-что. Так, мне нужно достать форму. Сейчас покажу рыбку, какую я буду жарить. Смотрите. Вот она, какая прелесть. Сибас же, да? Или Дорадо, блин, я их путаю. Но одна-то худенькая. Я буду ее жарить на пергаменте. В форме. В духовом шкафу. Тик. Так, трапеза кубанская. Вот в это она войдет? Войдет, конечно. Буду жарить и буду пить ее. Ой, и буду с белым вином. С белым вином. О! Вот эта форма. Они созданы друг для друга. Вот. Булгур есть дома. Так. Сделаем так, подожди, булгур. Так, нет, это не булгур. Это ели турецкий суп с булгуром. Так, а булгур-то я сожрала, да, видать? Ну ничего, я сейчас пойду на улицу, я все равно я куплю. И представлю себя в Средиземноморье. Потому что я не могу уже здесь находиться. Потому что не могу. Представьте себе, сколько нарубала огурцов. Положу в холодильник, что делать? Не нужно было освободить это ведро.
Мне нужно было тут много что подобрать. Нужно еще что-то приготовить из кабачка. Что можно приготовить из кабачка, а? Вот такой неумехи, как я, что можно приготовить из кабачка? Вообще-то я его брала, чтобы сделать их с фаршем. Но фарш я уже сожрала. Но у меня дома еще есть, конечно, фарш. Но я не хочу с ним связываться. Я тут уже рыбу наготовила. Так, помидорку надо вырезать попку. Что с интернетом, а? А вы объясните, пожалуйста, мне. Что с интернетом? Вот я положила рыбу в эту. А как я сейчас буду мыть зелень? Блин. Помидоры, правда, помидоры вообще крутые. Они прям как сахарные. Вот эти какие. Помидоры наикрутейшие просто. Так, и у меня остался последний огурчик. Пусть размораживается рыба здесь. Блин, что у меня все с рук течет? Я так не люблю. Кстати, мне идет посылка из Василька. Я вот эти вот все полотенца, вот эти вот, все выброшу. У меня вот здесь полотенцев немерено просто. Они все новые. Видите? Они все новые абсолютно. Но они все, знаете, какие поминальные. Мне их дали, блядь, на поминках. А я не хочу, чтобы у меня жизнь была связана с этими поминками. И я еще, знаете, я еще в жизни ни разу не покупала ни одного полотенца себе на кухню сама. Вот эти вот полотенца я часть унесу на работу, там ручки вытирать. Напоминание полотенца, это вот как сказать, я же все равно этих людей, у кого была на похоронах, я же все равно их не забуду, да ведь? А какая разница, есть у меня полотенчика от них на памяти или нет? Я там заказывала на Васильке льняных полотенчиков. Вот они мне должны выслать. Скоро, уже на следующей неделе. Так. И завершающий штрих. Огурец упал. Ой, блядь. Вот чистенький пол. Я, знаете, пол с чем мою? В фикс-прайсе беру такую хуйню. Называется Гала, что ли. Блин, что я выдумываю, а? Как я могу вообще такое выдумать? Как я могу сказать то, о чем я не думаю? Какая Гала? Любимая женщина Сальвадора Дали, что ли? Я бывает такое пиздану, что я сама от себя в шоке. Называется чистин. Кстати, хорошая вещь такая. Я пользовалась раньше более дорогим средством. Поняла, что вообще никакого этого нет. Никакой разницы. Уж поверьте, бытовую химию я могу различить. Между это. Посмотрите, зелени больше недели. Она хоть бы в одном месте завяла. Хоть бы в одном. Ясно? Как уметь надо хранить. Вот. Вот она была как свежайшая. Просто она не пожелтела, никуда. Сейчас я все перемою и разложу в маленький пакетик. Какого-то веселья, какого-то вот прямо вот вообще. Куда бы вот такого веселья умеренного, но
ну, такого развеселого веселья. Я вот с возрастом чаще всего это понимаю, что вот без принудительной надобности... А, подождите, как же это... Сейчас я сейчас скажу. Я пошла за телефоном. У меня же в голове ничего не держится. Я это все фиксирую. Сейчас. Татьяна Третьякова. Мы скучаем по вашим видео. Приходите всегда. Как только сможете, возвращайтесь к нам. Да вы что, мои дорогие? Вы что думаете, я тут в горе, что ли? В соболезновании? Нет. Так, сейчас я. Сейчас. Так. Представляете, мне написала Татьяна Третьякова. Инночка, как вы? Соболезную вам. Мы скучаем по вашим видео. Приходите в себя, и как только сможете, возвращайтесь к нам. Вы в ответе за нас, за тех, кого приручили. Уже и утро, не утро, если нет вашего утреннего видео. Очень вдохновляйте, заряжайте позитивом. Доброго вам дня. Татьяна, здравствуйте. Я как раз записываю утреннее видео. Все хорошо, не переживайте. Ни в каком я не в трауре. Юра был мне всего лишь бывшим коллегой и хорошим знакомым. Так. Яна Артемьева. Инна, здравствуйте. Это вы с Ютуба? Буду рада знакомству. Ну, конечно, это я с Ютуба. У меня же есть на моей страничке ВКонтакте есть ссылка. Яна, здравствуйте. Ну, конечно, это же я. На моей страничке в закрепе, в закрепыше хотела сказать, есть, это как сказать, ссылка на мой канал. Я это. Не сомневайтесь. Так. Рвена. Молодец, мы тоже хотим в караоке. Сказать? Зрители у меня какие талантливые. О! Была сегодня. Охуенная тёлка, да? Ага, точно. Так, Елена, еще один человек. Кстати, у меня 15 тысяч подписчиков. На моем канале 15 тысяч. Так, Елена Лебедева. Соглашаюсь. Елена Шмидт, соглашаюсь. Так, это мне ВКонтакте уведомление. А, я же хотела зачитать выражение, с кем я очень согласна. Оно у меня на страничке ВКонтакте, и оно у меня... вот. Ненавижу праздники за их бесполезность и обязующее внимание к твоей персоне. Редкий человек сможет искренне создать в твоей жизни праздник без принудительной на то надобности. Вот. Это у меня, знаете, как на моей страничке ВКонтакте... Заходишь и делаешь? И там общая информация, типа общая информация о канале, там туда-сюда. Кстати, я давно не была в караоке, но караоке у меня есть дома. У меня есть микрофон, у меня есть приложение на телевизоре, которое, я так поняла, что толком сейчас не это... Толком не работает из-за заебанного интернета. Ну я разберусь еще с этой. Так пахнет рыбой свежемороженой. Сейчас я разберусь с этим интернетом. Так. Так куда я это делаю все? Мне надо хотя бы разносик взять. Вот ума-то мне не хватило вот сразу сделать вот так вот. Нет, сейчас будет у меня все капать, все бежать. А еще, мои дорогие, если я вас упоминаю в своих видео, а мы являемся знакомыми, если вам это не нравится, вот, например, как Таньке,
моей подружки. Она мне говорит, Ирина, убери, пожалуйста. Попросила бы, как сказать, может, попросила бы кто-то другой, а хер бы убрала бы. Ну, Танька, я сделала, потому что, естественно, Танька мне близкий человек. И я не считаю, что я сказала что-то вот за гранью. Я не сказала никакой неправды. Я всегда буду порицать тех людей, которые, находясь в браке, изменяют своим супругам. Всегда. У меня устойчивые моральные, нравственные принципы. Никакого блядства, никакого распутства. А там одна девочка мне написала, типа того, что должен был быть, я рассказала, что был почетный караул у гроба вчера. Она говорит, должны были быть залпы. Конечно, должны были быть залпы, если бы он погиб при обстоятельствах принесения службы. А если он погиб с любовницей в ночное время на мотоцикле, я думаю, что залпов не должно быть, да? Что он исполнял, государственный долг или что, я не понимаю? Какие залпы могут быть? Он что, при исполнении разбился? Так. Дождь, представляете, разошелся не на шутку. Я выходила на балкон. Это маленькие, блядь, салатики. Маленькие листья. Ну, что тут все какое-то понарошку-то? Ну, я не буду это вот разбирать. Может быть, вот пока укропа много, укропа даже у меня тут нету, пока петрушки много, может быть, пойти в сад, ее насобирать, насушить, чтобы зимой в суп класть, чтобы не покупать ее. Сейчас я переберу, а потом сразу массово возьму и вымою. Да-да. Та-та-да-та-да-та-да-та-да. Как мне сделать так, чтобы удобно резать-то было? Ну, какие? Какие листочки крепенькие. Почему я теплой-то водой ее мою? Сумасшедшая. Так. Теплая погода, но дождь. Вот это вот тоже. Ну вот это вот что? Не хочу бросать вот это все. Такие хорошие, но они такие мелконькие листики. Я их заебусь, блядь, резать. Столько отхода. Так. Еще плита не мытая. Так. Цветы, вот, например, у меня в ведре. Коробка сока. Мусор-то битком просто. Я вот это вообще ненавижу.
Я вчера, когда вышла вечером, уже поздно. Представляете, вот когда из дома, когда я уже вообще, в принципе, спать легла, и тут же собралась, волосы досохли, еще вот такая в постельке лежала дома про себя. Ой, как бы хорошо уснуть, все, лежу такая, мечтаю, типа сплю. Это вот, как говорится, смотря кто позвал, да? Это так вот, раз, Линка с Олегом. Ты че, типа, потому что лежишь, давай вставай. Сейчас мы за тобой заедем, за нами Женька уже заехал, мы едем к тебе, туда-сюда. Я говорю, нет, моя дорогая, так, у меня губки нет. Ой, блядь, губки-то у меня есть, нет в доме. Тут нет губок. Господи, какая хуйня. Как много всего и, как, и нет нужного. А, вот. Все у меня есть. Вот, например, полотенце, вот, например. Вот, к примеру, бумажное полотенце. Мне надо. Я вот недавно... Залезешь в шкаф, сразу так много нового найдешь. Так, сегодня буду жарить рыбу. Вот это уже закончилось. Господи, господи, господи. Сейчас мы скатаем его. Поставим, чтобы было много. Рвена не спела, все. У меня в голове только это... Я разбиваю стены руками. Я певец-то еще тот тоже. Так. Полотенце. Полотенце. Поставили. Все. Так. С этим... Ой, да. Так, так, так. Я тряпки сменила в этой, как сказать. Тряпки какие были у меня... В ванной, ой, здесь я ванную унесла. Там все опять повыбрасывала. Так. Мне нужно, чтобы дома всегда всего было много. Например, тряпок. Так, подожди, а губка? А вот она. Так, если тряпочка у меня желтенькая, и губку возьмем желтенькую. Та-да-та-да-та-да-та-да-да. Это желтая дверка. Ну, блядь, я перееду в другую квартиру. Я все это повыбросаю. Подождите еще. Подождите. Я, кстати, мы с Женькой смотрели, как сказать, смотрели. Так, пришло сообщение, смотрели эти... Маринка. Что там мне Маринка написала? Инна, привет, как отдыхается тебе? Твоего малыша зарядила. Привет, дорогая, доброе утро. Вот смотри, вот ты не можешь без меня, да? Прям соскучилась. Спасибо. Спасибо, что зарядила. Я в тебе, кстати, не сомневалась. Я видео снимаю утреннее. Моего малыша зарядила. Это значит мой телефон корпоративный, который лежит у меня на работе. Время 11:31. Вот Маринка, она обязательная. Как сказать, она придет, и если вот, допустим, у меня телефон 2 дня лежит без этого, он же разряжается, мобильный телефон рабочий. А Настя никогда не зарядит. Настя даже в голову не придет, что надо зарядить. А Маринка всегда зарядит. Марина к моему приходу включит компьютер. Марина к моему приходу откроет, как бы сказать, у меня там окно. Откроет двери. А Настя нет. Настя будет сидеть вот в своем маленьком мирке с закрытыми дверями. Вот Настя вот такая у нас. Она хорошая девка, все. Ну, блядь. Так, чё? Конечно, соскучилась. Завтра увидимся.
Да, Марин, завтра увидимся. До завтра, детка, до завтра. Вот это, посмотрите, мокрющая, как это. Завтра увидимся. Завтра, скорее всего, у нас руководителя не будет. Скорее всего. Так, смотрите. Если овощи я порезала, я сейчас... Мне нужно будет порезать зелень, чтобы ее потом добавлять. А, мне нужно еще разобраться вот с имбирем. Но у меня уже контейнеры все, блядь, закончились. А, так, вот у меня один контейнер там. Вот здесь вот у меня, представляете, домашняя тушенка. Вот представляете, вот. Никакая из банки, а домашняя, просто сваренная из мяса. Поглядите, какая крутая. Просто голеное мясо вот. Сваренная для души. Так. Пивка может быть открыть? У меня шампанское есть. Какое пиво нахер? Когда мы Женька приезжала в гости, я выпила одну баночку. Выпила одну баночку. Я там была. Сейчас у меня еще две осталось. Так, мне нужен контейнер, куда вывалить имбирь. Вот. А у меня контейнера-то и нет. Нет. Блять. Вот сюда, может быть? Вот это вот количество имбиря мне войдет в эту хуйню? Мне кажется, да. Так, у меня еще вот такой есть контейнер. Вот такой есть контейнер. Вот такой есть контейнер. Так, с имбирем я разберусь, а куда я положу зелень? Зелень. Вот зелень порезанную, которую я сейчас буду резать. У меня такая имитация, знаете, имитация кипучей деятельности. Типа я такая хозяйка, типа я такая... На самом деле я такая, блядь, это лентяйка. Я такая лентяйка вообще. Чтобы вымыть пол... Я собиралась вчера весь день. Я вообще вчера собиралась вымыть пол. У меня вообще руки ни до чего не доходили. Я пришла с похорон, бухнулась спать. Ну как, приняла душ, бухнулась спать. Затем проснулась. С одним пообщалась, с другим пообщалась. Я сейчас говорю не про мужчин, а просто. С одним человеком пообщалась, с другим. Туда-сюда. Все. Потом, как сказать, сказала всем, что я не хочу ехать в Екатеринбург. Нет, я бы поехала в Екатеринбург вчера на день города. Поехала бы с радостью, если была бы гарантия того, что мы вернемся. А Эльвине с Олегом не захотелось возвращаться. Ольга там, видимо, тоже была это, на работе допоздна. До 5 Оля вчера работала. А после, знаете, после Сбербанка на работу-то не просто так... Не особо захочешь пойти. Сейчас мы. Я просто представляю, как тяжело работать. Ольга работает в кассе, как тяжело работать с людьми. Ой, блядь. Я просто это представляю. Так. Видал, да? В каких количествах? Здесь 300 килограмм. Что у меня интересное с интернетом, я вот не могу предположить даже. Так, и нужно налить маленечко воды. Ну не воды этого, типа рассола-то. Так. Где эта тряпка? Еще встретила девчонку. Знакомую, она занялась шугарингом. Пойду к ней, наверное, на процедурку. Вроде как условились на следующую неделю. О. Так. Остатки имбиря. Если у меня не вылетут в эту баночку,
Я вложу в маленькую и малышку унесу на работу. Блин, был бы у меня на работе холодильник, я бы туда много что унесла. Мне вот, допустим, что у меня дома есть, я бы так с удовольствием, бывает, что-нибудь поела бы на работе. А холодильника нет, на работу не унесешь. И приходится идти в магазин покупать. Так. Вот там девчонки-продавцы, когда привозят имбирь, они мне даже звонят. Телефон в магазине. Вот здесь вот недалеко магазин есть, три кита. Они мне звонят, говорят, ты нам имбирь привезли. Давай, приходи. Я говорю, хорошо. Или, допустим, говорю, а у меня еще есть. Там, приду на следующий завоз. У меня пока есть. Так. Вывалила, блядь, все в раковину. Имбирь маринованный. Вот на пакетике написано. Я не могу, когда имбиря дома нет. Имбирь должен быть всегда. Всегда. Так, так, так. Плита немытая. Плита немытая. Где крышка? Даже дома поесть нечего. Так. В общем, чем ниже, тем холоднее у меня в холодильнике. Так, значит, имбирь ставлю сюда. Имбирь ставлю сюда. Тем более, одну коробушку я унесу завтра. Это тоже сюда поставлю. И все. Остался у меня майонез, блядь, лепешка, сыр, сметана, масло, яйца. И донесем. Ну, вон там пиво, яйца, тушенка, курага. Вот, например, помните, я схватила апельсиновое варенье. На кой хрен, блядь, я его схватила? Я его даже... А, вот у меня, например, у меня есть шампанское. Вот это хорошее дело. Вот шампанское у меня вот для дела, для души. Сейчас я мигом унесу ножницы. Та-да, 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 та-да. Я не знаю, куда порезать зелень. У меня нет, нет ничего. Ни одного, блядь, контейнера. Вот этот контейнер у меня есть. Но зелени же больше. Так. Ну все. Смертельный номер. Придется доставать вот этот контейнер и резать сюда. Какие-то, блядь, чайнички. Хуй знает, откуда они у меня взялись. Такое ощущение, да, что из пикников, блядь, не вылажу. Какая-то пластиковая посуда. Нахуй бы она не сдалась. Вообще потребление пластика нужно ограничить. Вот сюда буду резать. Как сказать, среду загрязняет. Вот, например, контейнер для шашлыка. Шашлыка, блядь, шашлыка нема. В этом контейнере его ни разу не бывало. Новый. Это я, видимо, себе купила контейнер, надеясь на свое счастливое будущее, что я буду в таких количествах шашлык мариновать. Но будущее у меня не менее счастливое, потому что
то, что я не касаюсь вообще вот этих вот заготовок. И если мы куда-то едем, как правило, уже все за меня подумали. Сейчас я быстренько нарежу зелень. Так, а где? Вот она. Нарежу зелень и уберу в контейнер, чтобы всю неделю, вот так вот без забот, из одного контейнера взяла огурцы с помидорами, из другого контейнера взяла зелень, порезала, сделала салат, и все заебись, и жизнь удалась. Сейчас мы все это сделаем. Мне прям мучает вопрос, что у меня с интернетом и почему. Так, палки, вот это вот я не люблю. Представляете, да, сколько палок? Вот видите? Надо все убирать. Так, ну-ка, подождите, я хочу веселиться. Бархатистая пенка. Я смогу, интересно, включить или нет? Нет, да? Загрузка идет. Загрузка. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Похоже, дело загружается. Если посмотреть мою, эту подборку, я смотрела «Следствие вели с Леонидом Каневским». «Битва экстрасенсов», «ЧП расследования за неделю». Блин, такое ощущение, что я себе как-то вот сама прогнозирую, да, вот эту хуйню какую-то. «Мы с тобой в космосе». Так, сейчас я включу. Что я хочу включить? Как-то странно, вчера пульт не работал, сегодня работает. Я хочу включить Ольгу Полякову «Королева ночи». Я королева ночи сегодня точно. Та-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Королева танцпола. Король лев. Ой. Может, король лев я лучше посмотрю? У меня включится? Можно в кинотеатр не ходить? Так это, наверное, какая-то старая часть. Ой, нет. Олю Полякову я потом посмотрю, послушаю. Вот. Вот жизнь. Так. Ну-ка. Сейчас мы развернем. Walt Disney Pictures. Я королева ночи сегодня точно. Прикиньте. Блин, король лев. Я сейчас буду смотреть. Я так-то угораю по мультикам. Блин, уже пахнет, знаете чем? Пахнет рыбой разморожившейся. Такой вот запах, как на рынке. Так, мои дорогие, Серёж, я потому что буду смотреть одним глазом в камеру, поставлю видео на загрузку, буду смотреть мультик, буду резать вот это вот, надо помыть плиту. Может, потом вместе покушаем? Я постараюсь сибаса приготовить, чтобы он вкусный был. Буду очень стараться. Тем более, так, форма у меня есть, пергамент есть, лимон есть. По сути, мне нужно сходить только вынести мусор, купить булгур. Все, у меня будет вкусный, наверное, обед-ужин. Наверное, я поужинаю часов 5. Вот так вот, я думаю. Время 12 доходит, все. Люблю, целую вас! Доброго утра! Всем хорошего воскресенья! Счастливого воскресенья!